За компьютерами будущие инженеры, конструкторы и изобретатели. Что-то увлеченно замеряют, высчитывают и чертят. За считанные минуты простые линии и фигуры превращаются в 3D-модели. Пока школьники работают в программе, Виталий Красовский, преподаватель кафедры общетехнических дисциплин, демонстрирует чудеса инноваций. Это пластиковая нить, которая заправляется в катушку. Через катушку пластиковая нить попадает в печатающую головку. Температура в печатающей головке сейчас на данный момент составляет 200 градусов. Печать выполняется на плоском столе, который перемещается вдоль горизонтальной оси. Печатающая же головка перемещается вдоль другой оси. Таким образом, слой за слоем, эскиз, нарисованный в компьютерной программе, в объеме рождается на принтере. 3D-моделирование – только одно из направлений инновационных кружков для школьников, организованных преподавателями этой академии. А здесь лаборатория по оценке качества зерна, но на время занятий с детьми она еще и превращается в мини-пекарню. Сейчас как раз проходит урок у учеников 8 класса. Мы берем его, эту дежу, смазываем его маслом, ее. Дмитрий Дударев развитию сельского хозяйства в Крыму посвятил больше 15 лет. Теперь с делом жизни знакомит подростков. Рассказывает и показывает, каким должны быть зерно и мука, учит не только замешивать тесто и печь хлеб, но и оценивать его качество. А здесь школа юного технолога и проходят комплексные занятия по трем направлениям. В одном кабинете дети и познают секреты мыловарения, и учатся готовить еду и напитки из натуральных крымских продуктов. Вкусно, а главное, сделано своими руками. Рецепт глинтвейна разработали технологи, а вот смешивали компоненты и доводили до готовности школьники самостоятельно. Сначала мы соединили все продукты. Это апельсин, лайм, лимон, а также выжимка из винограда. Затем мы это все соединили, оно настоялось, и сейчас происходит процесс фильтрации. Трудятся ребята под контролем преподавателей. Главная цель занятий – помочь детям найти дело жизни. Профориентационный проект «Университет в школе» создан в рамках академической мобильности Крымского федерального университета. Мы хотим наших потенциальных абитуриентов ознакомить с особенностями, спецификами той профессии, которую они получат в стенах образовательного учреждения Крымского федерального университета. Проводя дни открытых дверей, мы всегда проводили мастер-класс, но к нам приезжает немного людей. Мы бы хотели, чтобы охват получили дальние сельские школы. Проект стартовал в ноябре 2019 года. Пока в нем участвуют только 3 школы из Симферопольского и Сакского районов, но в планах расширить географию, чтобы в будущем привлечь как можно больше абитуриентов. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.